Вот, при свете белого дня приехали мы на автобусе номер 4. Вот такой автобус. Правда, он идет уже в обратную сторону. Приехали мы вот туда, к католическому собору, к кафедральному собору. Сейчас дорогу перейдем. Здесь вот детский городок вечером вчера с иллюминацией он работал. Толку туристов там он уже ходит. Сейчас этот хаос нам надо преодолеть. Переехали, китайцы тут уже обосновались. Раным-рано, но уже товарищи ходят тут. Сегодня с утра у нас непогода, дождик. Но, слава богу, сейчас прекратился. На фоне. Ава Мария приветствует всех. Сейчас пойдем узнаем, что где. Так, там выход. Где-то вход. С той, наверное, стороны. А, плот висит. Из 5-9. Пойдем с той стороны посмотрим. Там выход. Туда подойти невозможно, закрыто. Так, а вход там, в ту сторону. Сейчас прочитаем, что тут с 8 до 11, с 14 до 16, как и обещано. Билет? Там. Где билет? Mm-hmm. Где? Там. Там билет. Где ж тут билет-то продают? Не знаю. Но там таксисты должны. Там таксисты должны сидят или что там. Или тут билеты. Так, how much? 20. Так, 20. Доставай 40. А 10 для кого? Для детей. 20
50. 20? Ну 50, давай сдачу дашь. А у меня нет 50. Okay. Держи. А вы билеты покупаете? Да. Ну, а без билетов, они? Без билетов вас не пустят. 20. 20. Ну вот 20 билеты. Билеты. Куда мы пойдем? Иди сюда. Only one, okay. А вход тогда где? А вход там же, да? Это пожертвование. А. Подожди, а тогда... Ну, клади, клади. Нет, так. You give me a ticket? Клади туда. А еще сколько надо? Ну ты сколько положил? 20. Ну еще положи. Че, пойдем, все, хватит. Так, это часы начинают. 9 часов. Начинает орденоносцу бесплатно. Видимо, официальных билетов здесь нет. Это внесение пожертвований. Такая же, видно, лавочка, как на улице. Вчера смотрели. А ну это колумбарии, видно, везде урны с прахом захоронены. И на этой, где там лонг, чего там, тоже будет такое. Да, все это захоронение. Абсолютно разные скульптурки, подписаны имена. Это поезд, железнодорожный вокзал тут недалеко. Вчера мы тоже ходили, и сегодня мимо будем проходить. Цветы. Ух ты, и свадебная церемония здесь, ну, наверное, не церемония, а фотосессия. Да, погода сегодня подкачала.
Да, крыша, крыша, крыша. Иисус приветствует всех входящих. Интересно, как тут рассчитали количество фигурок. Видимо, то, что столбики были лишние, то сюжетами из Евангелия дополнены. Вон букеты как раз принесли. Гигантский вертеп, видимо, возведен, строят. Какой-то местный священник. Сейчас посмотрим, входит только в одни двери или еще есть. Подсобные, видно, помещения. Пошли. Значит, вход только там.
делают уборку, готовят к церемонии какой-то. Алтарь, свечки горят. Ну, вот такой кафедральный собор.